Всем привет! В такой вот бадье я собрала косметичку минималиста в поездку. Мы летим отдыхать на Мальту, летим на Мальту впервые, поэтому я даже не знаю, что и сколько мне понадобится. Вот, ну а в принципе мы уже не отдыхали за границей где-то чуть больше 3 лет из-за короны. Конечно, корона нам немножечко помешала в этом плане, но надеюсь, что в этот раз будет все отлично. Ну, давайте рассмотрим, что же я беру с собой. Конечно же, самое главное – это взять кремы от загара. Принесла девочке только одну баночку, как пример. У нас их много с разной степенью защиты. 30, есть 45, есть 50. Это нашей израильской фирмы «Доктор Фишер». Хорошие такие спрейчики, мы их будем брать много, вот, так как мы всегда берем на всякий случай про запас, лучше пускай останется, чем да, не хватит. А также беру подарочки от Леры Forever, она мне подарила вот такой вот спрей от Виши с защитой 50. В прошлом году ее сестра приезжала, но они так этим почему-то и не воспользовались. Вот таким вот солнцезащитным кремом от Lancaster. Тут 15, но это, знаете, мы будем брать, когда в какое-то путешествие. Это больше на море и бассейн, а это как бы путешествие для того, чтобы там руки помазать, лицо, вот такого плана, да, только выступающие части. А также нашла у себя еще вот такой вот крем тоже для лица с защитой 30. Он у меня тоже уже, по-моему, с прошлого года лежит. И все никогда не закончится, думаю, надо взять и использовать. А также я нашла у себя вот такой вот солнцезащитный крем, народные рецепты с SPF 50. Также вот, девочки, видите, вот очень удобная штучка, открутил, закрутил, ничего никуда, в сумку бросил. Я считаю, что это супер-пупер такой кремик. Вот заодно и попробуем, как оно работает. Ну и, конечно же, если что, не дай бог, да, то обязательно крем от Aloe Vera, если вдруг где-то загорело, раздражение, да, или сгорели. У меня есть такой полный тюбик, сейчас просто дети спят, не хочу им мешать, но я просто хотела вам показать, да, как это все выглядит. Это у нас как бы сверху стоит, тоже нашей израильской фирмы Life, но обязательно будем брать. Следующим, как бы, такой необходимый продукт. Мы берем средство от комаров. Я без понятия, есть ли на Мальте комары, но мы на всякий случай берем. Здесь у нас дома каждый раз на ночь. Ну вот мы мажем детей. Это такое роликовое такое средство, отпугивающее комаров. Не могу сказать, что оно работает на все 100%. Лучше взять, чем, да, не дай бог, покусают. И если вдруг какой-то укус или ожог, финистил джель, обязательно всегда его берем с собой. Ну и в аптечку мы возьмем также и финистил капли. Без финистила мы вообще никуда не путешествуем. Также беру свое средство для линз от Renew Balance and Lamp. У меня где-то еще есть маленькая бутылочка. Попозже я найду. Я думаю, что бутылочки мне на недельку хватит. Нашла у себя вот такие вот маленькие тюбички. Сколько здесь миллилитров? Тут под 40 миллилитров. Вот крем для тела, гель для душа. И шампунь, и кондиционер. Понятное дело, что там гостиница будет, но на всякий случай я беру, так как еще, знаете, люблю брать. Вот наш песок местный не смывается, если вы не намылите немножко. Вот поэтому я люблю брать даже на пляж. Вот гель для душа, да, если вдруг прилип какой-то песок, чтобы его можно было отодрать. Не знаю, как это в других странах, но у нас наш песок настолько прилипучий, что просто нереально его отодрать. Делаю себе отливантик от вот такой вот мицеллярки. Но тут, девочки, она как бы двойная. Тут плохо видно, потому что тут темная бутылка. Она как бы разделена на два. Надо взбалтывать. Честно говоря, я не особо впечатлена. Мне гарнир, по-моему, понравился намного больше. Была здесь по скидке. Я взяла, не знаю, второй раз не думаю, что буду приобретать. Вот, к сожалению, гелика для умывания я не нашла. У меня дома есть только один, который пенится. Но такую большую банку я брать с собой не буду. Я думала, что у меня где-то еще должен был быть тюбик от Yves Rocher умывалка. Если я его не найду, то придется покупать. Или использовать обычное мыло жидкое. Ну, это не страшно. Я же рассказывала во всех роликах, что пытаюсь все сократить. И вот досокращала, что одна умывалка у меня всего.
Как тоник я беру вот такой вот подарочек от моей подружки Аленушки. Pure Green, гидролат для лица, зеленый чай и кактус, 3 в 1. Вот от фирмы Белита. Вот так вот его осталось. Я думаю, мне этого хватит. Очень хорошее. Мне понравилось. После тоника беру вот такой вот подарочек от Тони Петровой. Кремик для глаз от фирмы Тиандэ. Это с муциной улитки. Кремик буду брать от Oriflame с алоэ вера. У меня здесь его немного осталось, буквально чуть-чуть. Думаю, так как раз на недельку мне и хватит. Вот я думаю, наверное, придется мне там, если закончится что-то, заснять и пустые баночки, чтобы не тащить это обратно. Ну и думаю взять еще вот таких вот 2 гелика. Подарочек от Седы, от фирмы Avène. На тот случай, что если вдруг не хватит вот этого дневного крема, ночного, да, буду использовать его и так, и так. Следующим беру свой крем бархатные ручки. Все-таки нашла я еще один, который у меня был в запасиках. И это с SPF 5. И, наверное, буду его использовать как в прошлой поездке. И как крем для рук, и как крем для тела. Дети мои берут Акс в разновидности. Вот принесла один как пример. Этот со вкусом Excite. Я беру себе дезодорант Фамой. К сожалению, это в стекле, но ничего не поделаешь, зато он небольшой. Также мы берем наши зубные пасты. У нас будет 2 номера. Поэтому возьмем и Aqua Fresh и Colgate. Каждый выберет, что он хочет. И для детей мы берем вот такую нашу Tom & Jerry. И это со вкусом жвачки. Очень любим вот эту зубную пасту. Вот с душками я еще не определилась. Или я возьму ароматик от фирмы Miniso. Dating You, Eau de Toilette. Это очень приятный ароматик. И у меня вот так вот осталось. Вот я не знаю, что делать. Или этот аромат. И я думала взять вот такую вот миниатюру от Avon, Her Story. Здесь идет 10 мл. Вот. Почти он у меня полный. Я уже им пользовалась. Думаю, или этим. Но я боюсь, что вот это слишком слабое стекло, чтобы он не разбился. Вот это единственное. Да, как говорится, мое сомнение, то, что это намного проще стекло. Ну, а для мужа своего хочу взять, так как у него большой аромат есть, я хочу взять вот такой вот ароматик от Максим. Тут тоже 10 мл, и это для него. Но, девочки, для чего же? Мне понравился вот этот аромат, вот почему-то я его распылила, и мне очень понравился. Он даже, честно говоря, вот даже как унисекс, я бы сказала. Вот иногда, знаете, бывает, мужские духи нравятся больше, чем женские, что они намного удачнее. Следующим я беру вот такую вот, типа, кисточку для бровей. Это от нашей фирмы Beauty Care. И вот такую вот тоже, здесь уже даже надпись стерлась. Вот такая вот кисть, которая у меня будет участвовать и как для румян, и для хайлайтера. Также кисть от Beauty Care. Беру все такое, знаете, девочки, что не жалко будет, если вдруг побьются, потеряется, сломается. Беру пудру от Pretty by Flormar, и это у нас в номере 003 Light Porcelain Pink. Так как у меня было в использовании до этого пудра от Пупы, и, честно говоря, Пупу я свою боюсь брать, так как, чтобы она не разбилась, и это стоит, ну, в 100 раз меньше, чем Пупа, как видите, вот ее была цена, и, по-моему, я эти все пудрочки покупала в свое время вообще 1+1, то есть... Вообще за копейки. У меня будет идти карандашик для бровей. Подарочек также Торе Петровой. Это у нас карандашик номере 01 серо-черный. Он у меня будет участвовать и как карандаш для бровей. И если вдруг мне понадобится серая стрелочка, перед поездкой я его немножко подточу, так как я люблю, как вы знаете, тупые карандаши. Для стрелок возьму 2 моих старичка от фирмы GD в коричневом цвете. Для стрелок и в синем. Я не знаю, какие еще будут макияжи. Я еще не выбрала одежду. Но я думаю, эти 2 подойдут. Я также их заточу на всякий случай. И вот я думаю, что, наверное, возьму и 2 моих карандашка Дэвис, которые участвуют у меня в проекте. Первый в номере 04, так как я уверена, что у меня будет с собой зеленая кофточка, а тут получается сразу 2 стороны. Вот. И от Дэвис в номере 23. Мой сиреневый карандашик вот этот, который я использую. Кстати говоря, вы можете посмотреть, сколько здесь уже осталось. Я не знаю, сколько его здесь на самом деле, докуда он идет. Так как здесь как бы двойной карандаш, и получается сразу
Да, два цвета за раз. Вот, я думаю, их взять тоже с собой. На всякий случай. Так. Беру свой гель для бровей. Прозрачный. От фирмы Rimmel. В номере 004 Clair. Там его достаточно много еще. Тушь для ресниц я не беру с собой. Никогда не крашу тушь в поездке. Дальше возьму с собой вот такой вот бальзамчик. Однородное средство. Крем-масло для губ, кокосовое молочко и какао. Вот тут небольшой кусочек. Я не знаю, вдруг мне понадобится. Вдруг надо будет там использовать для детей, если вдруг жара или что. В поездке я беру всегда с собой помадки от Beauty Care. Почему? Во-первых, не жалко, если вдруг они потеряются или сломаются. И во-вторых, они очень устойчивы к жаре. Да, в отличие от других помад, я не знаю, какая там будет жара. Поэтому на всякий случай хочу себя, да, подстраховать. И первая помадка у меня будет в номере 08. Сейчас мы посмотрим, или я возьму все цвета, или возьму я все цвета, или что-то отложу. Первый вот такой вот коричневато-сиреневатый, светленький, очень красивый. Подблескивает. Следующая помадка в номере 93. Вот тут вот очень слабый колпачок почему-то. Не знаю, может быть, вот эту помаду я не буду брать с собой. Посмотрю. Посмотрю, как карта ляжет. Помадка в номере 35. Кстати говоря, они у меня, в принципе, эти помады лежат для того, чтобы участвовать в каких-то вот таких поездках. Или у меня в обычной сумке в номере 66. В сумке, которая ездит со мной на детской коляске, всегда есть одна помадка, и они совершенно не тают. И еще одна моя помадка есть в рабочей сумке, по той же самой причине, в номере 94. Потому что если оставляешь сумку в машине на нашей жаре, вот, у меня получилось 5 помад. Но я думаю, может быть, вот эти две оставить дома, или эту использовать как домашнюю помаду. Не знаю, еще подумаю. И также, я думаю, может быть, взять с собой от фирмы Sakara в номере 139. Это уже такой более бордовато насыщенный цвет, вечерний. Но, честно говоря, девочки, не знаю, как она поведет себя на жару. Ну, посмотрим, может быть. Может быть. И вот я еще подумала, у меня есть еще две вот такие вот китайские от Miss Rose. Первая у нас в номере 38 Хана, а это... В номере... Нет. Девочки, плохо видно. По-моему, это 38, а это 35 или 36. Очень плохо видно. Вот. Они такие более бледненькие. Вот я что-то сейчас думала. Может взять мне вот такие помады. Вот чем-то похоже, кстати, как раз Beauty Care. Но это с блестинкой. Это более уходящая в мат. И вот такую помадку. Это более тоже уходящая в сиреневинку. Не знаю. Вот я подумала насчет вот этих двух, с Алиэкспресс, да, скажем так, я еще подумаю. Вот. Посмотрим. Сколько у меня будет места? Будет место, я брошу еще пару помадок, хотя они, в принципе, близкие по цвету, но от Beauty Care беру 100%. На десерт беру палеточку подарочек, которая Петровой. Lavelle Collection Limited Edition Mystique. И беру, девочки, вот эту палетку. Почему я ее решила взять? Потому что я ее буду использовать как универсальную палетку. Если вы обратили внимание, я не взяла ни румян, ни хайлайтера, так как планирую использовать вот этот цвет как румяна, и вот этот вот цвет, или этот, а может чередовать, как хайлайтер. И все остальное, конечно, буду использовать как тени. Давайте сделаем сводчики. Кстати говоря, здесь тоже видите, какой красивый цвет. Но как пудра, наверное, мне не очень подойдет, так как слишком желтоват, хотя кто его знает. Но как туда залезть, кисточка, еще не знаю. Насчет румяшек я уже потренировалась, я уже посмотрела, что она мне подходит. Вот эти вот тенюшки, вот они выглядят как бы сильно, да, темно. Но я вам скажу, что я уже попробовала пушистой кисточкой. И оно очень даже ничего. Кстати говоря, я еще порепетирую перед отъездом. Если пойдет что-то не так, заменю. Но пока что, мне кажется, все так. И, конечно же,
Опять же, чем меньше продуктов везешь, тем проще, потому что, когда едешь еще с детьми, нужно, да, 120 рук для детей. Вот такие вот тенюшки. То есть, есть здесь и светлые, и темные. Для того же и наносить, возьму обычные спонжики, которые не жалко будет выбросить в дороге обратно. Вот. И вот это, видите, вот, если растушевать вот этот цвет, он сразу-сразу бледнеет. Давайте еще вот так вот кисточкой макнем чуть-чуть и попробуем. Вот видите, получается вот такой вот а-ля розовый румянец. И опять же, это я тестирую на светлой стороне. Мы можем немножко попробовать и на темной. На темной получается еще как бы, да, светлее. Вот такой легкий румянец. Вот так. Опять же, я наслоила для того, чтобы вам было видно. Так как я пробовала на лице, еле-еле нажимать на него, то вообще получается замечательно. Поэтому мой выбор пал на вот эту вот палеточку. Тут также имеется вот один спонжик на всякий случай. Да, и вот тут вот такая вот кисточка, если вдруг понадобится. Оставляю здесь. И, кстати говоря, после поездки я вам скажу, было удачно это выбор палетки или нет. Но, насколько я вижу, мне пока здесь все очень нравится. Я думаю, что я не ошиблась. Заодно тенюшки, как говорится, пойдут в ход. Если за неделю у меня получится здесь проковырять, скажем так, ямочку, это будет просто шикарно. Но, соответственно, в хайлайтерах, так как обычно в поездке особо я не крашусь, случаи бывают разные, поэтому, может быть, даже очень и понадобится. Давайте еще раз посмотрим на сводчики. Мою косметичку минималиста. Как вы видите, здесь реально минимально. Еще, скажем так, не хватает расчески и заколки. И все. И вперед. Подскажите мне в комментариях, может быть, я что-то забыла взять с собой. Так как, в принципе, старалась взять с каждой категории по продукту. Но, может быть, что-то и забылось. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.